Всем привет, Сенченву, и я нахожусь в игре House the Singer. Сейчас мы будем тут строить уже дома. Побежали. Конечно же, мне тут надо дверь купить. А, вот она. Покупаю. Сейчас, погодите, сейчас другое поменяю. Готово. Теперь окна надо. О, да, подходит. Я тут все поставлю. Бежим. А, тут ничего. Так, теперь тут надо. А, стоп, я еще последнюю дверь забыл. О, ну такая подойдет. Зато тут хорошо видно. Что ж, надо тут где... Так, сейчас надо выбрать двери. С окошкой. Бежим. Ладно, давайте тут построим. Готово. Шкаф тут надо нам купить. Вот такая подойдет. Так, стоп, что? Ну ладно. Стоп, а я могу лечь? Ни хрена себе. Ну ладно. Сейчас надо тумбочку купить. Вот такая тумбочка подходит. Да нет. Так, я тут еще не придумал. Пусть будет тут половины кухни. Как нужен холодильник? Да ё-моё! Блять, а чё у меня так, блин, быстро батарея разряжается? Так, ладно, сейчас выберем. Раковина нам нужна. Покупаю. Ой, опять не туда. Ну и это подойдет. Готово. А тут надо кое-что еще построить. Так, я поставлю телек где-то. Нет, это не то. Так, и здесь можно типа смотреть телевизор. Да блин, я не туда. Ладно. Так, ну тут... Ну тут я сейчас сам кое-что обострою. Сейчас нужны тут гаражные двери. Готово. Вот так она открывает. Ну ладно. Ладно, понял, как она теперь открывается. Я себе голубенькую, черную, синюю машину. Thank you.
Сейчас, погодите. Да блин. Да что это у меня с управлением-то сегодня такое? А тут... А вот тут я пока ничего не придумал. Но это будет не шкаф для книг. Готово. Бежим. Так, ладно, давайте здесь обостроим. Да блин, я не на... Да, блядь! Я не на ту кнопку нажимаю. А чё она такая маленькая? Нам надо побольше взять. Можно так? Ладно, подойдет. Да блин. Толчок нужен. Готово. Ну и чтобы руки мыть. Так, сейчас, где же тут эта раковина? А, вот она. Ну вот и все. Давайте еще один дом обостроим. Так, ладно. Побежали тут строить. Эту. Сейчас другую выберу. Готово. Побежали. Да блин. Ну, будут одинаковые двери, пофиг. Сейчас окна нам надо построить. Чё за фигня? В смысле? Я в первой серии забыл продать. Ладно. Да блин, мне нельзя застрять. Серьезно? Ну ладно, так, надо еще двери гаража построить. Блять, я не то взял. Да! Нет. Нужно пошире. Подойдет. Ну и можно тут машины построить. Где там машины, блин? Не, я другую машину. Это что-то как-то похоже. Сейчас найдем место. Готово. Ну нахрен. Как это? Чё? Сейчас тут диван построим. Готово. Тут можно сесть. Да блин, зачем мне ВК?
и телек посмотреть. Все такое. Можно тут кайфовать. Стану, ну чё он такой маленький? Блин, мне выключить надо. Что ж, ладно. Надо еще какую-нибудь дверь. Ну, вот такая тоже подойдет. Это типа будет спальня. Или я хер знаю. Да блин. Да, тут надо долго что-то строить. А повернуть как? Я все это время тупел, шо бля? А, стоп, мне надо там шкаф построить. Где же? Так, ладно, давайте все построим. Можно сразу две ванны. Просто так. Для чистой души. Так, нам надо найти толчопку. А, стоп, я перепутал. Так, не так. Так, нам надо... раковину и унитаз. Прикол так смотрится. Ну и раковина. Такая подходит. Да блять. Что ж, нам надо здесь кухню построить. Это сделал как типа мистер Мит. Ну, она подойдет так. Нет, не так. Ну ладно, пофиг. Что следующее? Готово, что ж. Холодильник нужен. Чтоб пожрать, блин. Микроновку. Кофемашина. Чайник. Ну ладно. Поехали на второй этаж. Тут будет тоже комната. Готово. Шкаф тут можно. Ладно. Блять. Чё за херня?
Да, а так, надо еще. Будет еще комната. Я просто чисто для прикол теоретически строю. Ладно. Будет типа как детдом. А на самом деле я не знаю, что строить. Так, надо еще с этой комнатой разобраться. Готово. Нужен это шкаф. Нужна еще тумбочка. Я больше не знаю, что строить. Блять. Так, ну и тут можно ванну поставить. Так, где? А, вот она. А, тут можно сделать душевую. Готово. Толчопку. Толчопку сейчас. Раковину. Ну и все вроде. Что ж, мой дом готов. Сейчас, погодите, я позырю. Построю я тут все или нет. Может, еще что-нибудь понадобится. Тут надо закрыть. Да, нормально так я построю. Значит, ничего не нужно. Короче, ладно, давайте будем на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока, а я пока в бассейне скуплюсь. По приколу.